Обсудить результаты общественной работы по управлению многоквартирными домами, озвучить свои предложения по дальнейшему развитию отрасли, поделиться опытом и наладить диалог с управляющими компаниями и органами власти. Эти и другие вопросы были озвучены участниками на форуме активистов проекта «Мой дом». Александр Денисов, председатель правления ТСЖ в железнодорожном районе Самары, третий год участвует в проекте «Мой дом». Его ТСЖ за эти годы достигла высоких результатов в управлении жизнью дома, стала лидером конкурса «Лучший дом, лучший двор». Александр рассказывает, обмен опытом с коллегами и распространение удачных практик имеют большое значение для развития отрасли. В рамках проекта «Мой дом» частое выступление, оно рождает как бы положительный отклик. И коллеги звонят, постоянно спрашивают, консультируются. Это говорит о том, что проект живет, и действительно такое направление интересно, вызывает дальнейшее развитие. По словам руководителя Государственной жилищной инспекции Самарской области Виктории Катковой, обратная связь и конструктивный диалог между жильцами, управляющими компаниями и органами власти – то, к чему сегодня стремится регион. Мы получили хорошую обратную связь. Именно вот ту обратную связь, в результате которой рождаются новые предложения по совершенствованию работы проекта. Нас отмечают уже на федеральном уровне. По итогам прошлого года мы вошли в десятку лучших субъектов именно по этой практике. Нам есть чем поделиться, и опыт действительно бесценен, потому что он от людей. В пленарном заседании форума приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава города Елена Лапушкина. Губернатор поблагодарил всех, кто ведет общественную работу по управлению домами, за высокую активность. Спасибо вам огромное. Спасибо, что вы делаете это для дома, для улицы, для города, для поселка, для нашего региона, а значит, для нашей страны. Вы делаете это для людей, и поверьте, я очень вам за это благодарен, и люди благодарны. Во время пленарного заседания участники озвучили предложения по развитию сферы ЖКХ и управлению имуществом в многоквартирных домах. Галина Топилина, Константин Головин, «События».